войска Невского у озера Чицкого, до Сталинградской армии Чуйкова. У волжских круч, в окопах и руинах, такой размах у крыльев журавлиных. Окей, ну как ждал чуда, верил, что оно случится. Чудо произошло. Крым вернулся в родную гавань. Сегодня
8 лет спустя Россия вновь встает на защиту прав и свобод братского славянского народа, граждан Донбасса. Под российским триколором на истерзанные, но непокоренные земли сегодня возвращается свобода. 8 лет назад в новейшей российской истории произошел перелом. Именно в такие переломные моменты появляется характер нации. Народ России показал свой характер, поддержав крымчан. Сегодня мы говорим: Донбасс, мы с тобой. Алексей Шапошников и вокальный ансамбль «Музакадемия». Thank you.
кромешной темноте. И Богу была названа цена. Прогнулись все и братья во Христе, прогнулись все, но не моя страна. Погибнуть на кресте, нам на колени.